Вам спасибо. Собственно, вы рассуждаете сейчас как Илья Пономарев. Я, во-первых, не считаю, что при Сталине была такая уж модернизация, да? Потому что нам нужно определить вектор модернизации, да? То есть Илья Пономарев тоже писал, что модернизация, значит, и при Сталине, сталинская индустриализация, и, значит, Ивана Грозного опричнина. Но все-таки модернизация – это то, что выводит на новый качественный уровень позитивный. То есть когда это сделано кровью миллионов людей, да? Это очень с натяжкой можно назвать модернизацией. Мы сейчас говорим все-таки о модернизации с положительной модальностью, да?